Его пытались обвинить во всех смертных грехах. Если Мэрилин Мэнсон может прийти в наш город и пропагандировать ненависть, жестокость, самоубийство, смерть, наркотики и поведение, как в Колумбине, я скажу только не без борьбы. Его образ по сей день вызывает вопросы. Why the lipstick? Why glass? Why I can see myself talking to you? Артист, чье имя ассоциируется с сатанизмом, насилием и пошлостью. I mean, they tell me that you engaged in a sex act with another man on a stage in Miami. Но так ли он ужасен на самом деле? Данный выпуск будет немного отличаться от большинства предыдущих. Сегодня мы постараемся сделать упор не на пересказ биографии, а на раскрытие его личности. Мэрилин Мэнсон – человек, рисковавший жизнью ради своих убеждений. Небольшая рекламка и погнали. Спонсор выпуска Всемайки.ру. Онлайн-магазин одежды и аксессуаров с оригинальными принтами на любой вкус и цвет. Вы, несомненно, найдете то, что придется вам по душе. Если нет, всегда есть возможность подкорректировать уже имеющийся дизайн. Но и это еще не все. На сайте присутствует возможность создания авторского оформления. Лето закончилось, пора утепляться. Также Всемайки.ру отличный вариант для поиска подарков своим близким. А став участником партнерской программы, можно и немного подзаработать. По промокоду на экране вы получите скидку 10%. Ссылка в описании. I'm a bad guy because I've sang some rock and roll songs. And who's a bigger influence, the president or Marilyn Manson? Мэрилин Мэнсон родился 5 января 1969 года, получив имя Брайан Хью Уорнер. Место рождения – Соединенные Штаты Америки, город Кантон, Огайо. В семье торговца мебелью и медсестры. Рос маленький Брайан человеком скромным, добрым и миролюбивым, так как его родители крайне приветствовали религиозное воспитание. Глава семейства Хью Уорнер был католиком, а мама Барбара придерживалась протестантства. Разумеется, они всей душой хотели, чтобы их сын тоже обрел Бога. Хотя сам Мэнсон потом скажет следующее. «Мои родители не были очень религиозными. Они сказали мне, что хотят, чтобы я пошел в христианскую школу просто ради получения лучшего образования». Как бы там ни было, на тот момент еще Брайан отправился в христианскую школу наследия. Первые несколько лет учеба шла без проблем. Сомнения в религии появились чуть позже, когда будущий мастер эпатажа начал задаваться вопросами о несостыковках в священных писаниях, на которые не получал аргументированных ответов от работников образовательного учреждения. И после того, как ему открылась истинная человеческая сущность, он неоднократно становился жертвой других учеников, коих явно учили не жестокому обращению с ближними. Меня очень часто избивали одноклассники. Они говорили, что я похож на гея. Если человек кусок говна, то никакая религия ему не поможет. Он несколько лет ходил в религиозную школу, наблюдая за тем, как изо дня в день детям прививают условное миролюбие, и все равно столкнулся с необоснованной агрессией в свою сторону. Выводы были сделаны. Брайан продолжил изучать религию и то, какое влияние она оказывает на человеческий ум, но уже ради личных интересов. Вся школа стала для него подопытным кроликом, чего нельзя не заметить при столкновении с его творчеством. В конце концов, нашему главному герою все надоело. Картина мира сформировалась, пришла пора прощаться, громко хлопнув дверью. Меня выгнали за то, что я положил фалоимитатор моего дедушки на стол одного из учителей. Джек Уорнер, к слову, сыграл далеко не последнюю роль в спектакле под названием «Создай Мэнсона». Даже в авторской книге «Долгий тяжелый путь из ада» повествование начинается с описания подвала его консервативного деда, повернутого на всевозможных извращениях. Заранее отмечу, книга хоть и невероятно интересная, во многом, к сожалению, утрированная. Адом для меня в то время был подвал моего деда. За лестницей ютилась небольшая полочка, уставленная банками с краской, в которых, как я позднее обнаружил, хранились материалы порнографического содержания. Я стал за ним шпионить. Однажды его штаны были наполовину спущены, а один из журналов лежал на коленях. Он тяжело дышал и быстро двигал правой рукой. Мы знали, что он делает, и нам захотелось дать дёру прямо сейчас, но мы просто вжали в стену и не могли ничего поделать. И тут стоит внести ясность. Дело не в том, что ребенок открыл для себя совершенно неожиданно процесс мастурбации. Дело в том, что весь его мир, мир сотканный из иллюзий, стал разваливаться. Разваливаться в тот момент, когда человек лишь начинает обретать подобие самого себя. Соберем все в кучу. Дедушка оказался прожженным извращенцем в праведной шкуре. Праведные одноклассники оказались типичными задирами. К родителям у Мэнсона в будущем тоже появится вопрос.
вопрос. Почему меня отдали именно в христианскую школу? И его можно понять. Несмотря на всю неоднозначность, религия может стать спасением для человека. Но это та вещь, к которой, наверное, необходимо прийти сознательно. Если, конечно, ты хочешь быть истинно верующим, а не типа верующим. Видимо, Мерлин воспринял родительское решение в штыки из-за лишения возможности выбрать. Те дети, они все были как один. Гребаные зомби. Никакой индивидуальности. What's your message? What are you trying to get across in the lyrics to these songs? It's always about being yourself and not being ashamed of being different or thinking different. I try and take everyone's ideals, common morals, flip them around, make people look at them differently, question them so that you're not always taking things for granted. All right. Мозг выдал ключевое умозаключение. Лишь ангелы способны оставаться безгрешными, но безгрешных людей не бывает. Стало быть, именно грехи и делают человека человеком. После изгнания из христианской школы Брайан перешел в обычную, правда уже во Флориде, где в 1987 году получил аттестат. Парнишкой он был сложным, но способным, с острым умом. Ему не составило особого труда устроиться в местные СМИ музыкальным критиком. Но чем сильнее ты углубляешься в ту или иную сферу, тем больше ее недостатков замечаешь. Там все ненастоящее. Фальшивые улыбки, фальшивые слова. Захотелось высказаться. Мнение сформировано, писать стихи он умеет, понимание музыкальной сферы присутствует, навыки придут с опытом. Те, кто следит за его карьерой уже давно, знают, что Мерлин и в лучшие годы не всегда идеально справлялся с технической составляющей исполнения. Из-за периодических непопаданий в ноты и съеданий слов, музыкальные издания не сдерживались, бросаясь обвинениями вроде «если бы не разврат на концертах, он бы ничего не добился». Но правда в том, что концертная шоу-программа – лишь малая часть глобальной идеи. Обо всем по порядку. В 1989 году Брайан Хью Уорнер становится Мерлином Мэнсоном. Всем давно известно, что псевдоним является скрещиванием двух других весьма громких имен. Олицетворение женского идеала Мерлин Монро и внушающий ужас Чарльз Мэнсон, создатель секты, приверженцы которой убивали всех и вся по его приказу. Who you are. Почему именно они? В своей книге он пишет: «Я постарался соблюсти баланс, сохранить статус-кво. Часть псевдонима взял от Мерлин, которую мир обожал. Другую часть взял от Чарльза, которого мир ненавидел». Мерлин Монро был очень Hollywood, шоу-бизнес, glamorous элемент, который, я думаю, comes across in part of what I do. And I think Charles Manson was the more sinister and nihilistic element. Казалось бы, да, вроде все так просто. Не совсем. Это только раз. Well, it was a commentary on the creation of celebrity. And so then it does sort of wrap itself into a snake eating its own tail in a way. That you put them on the same level. Marilyn Monroe on the cover of Life magazine, Charles Manson on the cover of Life magazine. I think that that has not changed at all in American culture. Уже идея с именами не кажется такой прямолинейной. Проглядывается негатив в сторону средств массовой информации. Дескать, людям нужны сенсации, и неважно, будь то кинозвезда или маньяк. Главное придумать громкий заголовок. Чарльз Мэнсон в определенный момент стал самым популярным человеком в Америке. Но и это еще не все. Мэрилин постоянно твердит: искусство должно задавать вопросы. Ответы ищите сами. Давайте попробуем. В основе теории лежит ненависть исполнителя к культу мертвых. Во время работы музыкальным критиком ему частенько приходилось сравнивать новых исполнителей с теми, кого уже давно нет в живых. Вы сами знаете, по сей день молодых ребят пытаются сравнивать с Битлами и прочими. Чтобы стать звездой, достаточно умереть при необходимом количестве зрителей. Это одно из главных правил Голливуда. Мэнсон теоретически и взял имя Мерлин как олицетворение Голливуда, но не как антипод миру маньяка-психолога.
психопата, а скорее как другую форму того же самого. Иная форма одержимости. Из раза в раз поднимается проблема слепого культа. Фанаты Чарльза следовали за ним, преследуя чужие идеи. Фанаты всемирно известных актеров и певцов нередко даже не осознают, почему их кумиры достигли такого величия. Тема индивидуальности – ядро его творчества. Когда у тебя есть друзья, ты сколачиваешь группу. Когда ты одинок, ты пишешь. Я торчал один дома и выражал свои наиболее изощренные фантазии в стихах. Затем рассылал их куда только можно. Первый состав группы получил название Marilyn Manson и The Spooky Kids. Ребят сразу же заметил Трент Резнер, создатель другой более известной рок-группы, играющей в жанре индастриал, Nine Inch Nails. Когда нас позвали, мы не растерялись. На сцене я появился в оранжевом платье и, как обычно, тащил за собой свою подружку Нэнси на поводке. Накануне мы закинулись таблетками. По какой-то причине я не съехал с катушек, в отличие от нее. Она плакала и орала все представление, моля меня лупить еще сильнее, пока ее бледная задница совсем не покраснела. Я следил за собой, но при этом был достаточно возбужден, особенно от того, что зрители были восхищены нашей психоделической садомазохистской драмой. Молодой коллектив довольно быстро обзавелся преданной фанбазой. Люди делятся на два типа: одним я нравлюсь, а другие глупые. Ближе к концу цитата заиграет новыми красками. На сцене Мэнсон старался устраивать настоящие представления, построенные вокруг разврата и жестокости, присущих нашему миру. Шок-рок – это общий термин для артистов, сочетающих рок-музыку или хэви-метал с живыми театральными выступлениями, подчеркивающими шоковую ценность. Спектакли могут включать в себя агрессивное или провокационное поведение артистов, привлекающее внимание костюмы, маски, краски для лица или специальные эффекты, такие как пиротехника и фальшивая кровь. Первопроходцем данного направления стал Джей Хокинс по прозвищу Кричащий. Его последователем, поднявшим сценическое непотребство на новый уровень, стал Элис Купер, визитной карточкой которого было пение со змеей на шее. Образ создан, фанбаза найдена, концерты обсуждаются. Но Мэрилин собирался доказать всему миру, что он несет идею в массы куда более глубокую, нежели банальный эпатаж. Дискография. Дебютный альбом получил название «Портрет американской семьи», хотя изначально рабочее название звучало как «Альбом семейства Мэнсон», отсылка к секте Чарльза Мэнсона, который нарек своих подданных семьей. Почему Мэрилин принял решение сменить название? Неужели он испугался потенциальных проблем с запретами и продажами? Возможно, но не совсем. Скорее всего, сменив название с альбома «Одной семьи» на «Портрет целой нации», рокер хотел продемонстрировать всю масштабность выявленных им проблем. Песня «Берись за свое ружье» на первый взгляд выглядит как типичная гиперболизация всякого. Я ем мясо невинных, я изобью домохозяйку, я избиваю себя до потери сознания и прочее. Пока не посмотришь на структуру. Открывающая строчка «Черт подери вашу праведную руку» задает тон всему произведению. Первые три строчки первого четверостишья – перечисление его жестоких намерений в отношении других. Второе четверостишье – приношение в жертву уже себя. Переломная строчка: «Я сделаю то, чего не сделаете вы. Принесу себя в жертву». Она относится не к первому четверостишью, а ко второму. Pro-life – движение в защиту жизни. Обратите внимание на то, как Мэнсон пишет слово «оружие». Удвоенное «N», хотя слово «gun» пишется с одной. Игра слов, базирующаяся на деле 1993 года. В марте был убит акушер-гинеколог, практикующий аборты, по имени Дэвид Ганн. И убит он был пролайфером, который застрелил врача со словами «больше ты никого не убьешь». Помните первую строчку? God damn, you're ratchet.
Черт подери вашу праведную руку. Вы-то чем лучше, если люди, борющиеся за жизнь, решают проблемы убийством? Я лишь маленький прутик, которым вы мешаете этот огромный чан с дерьмом. Мэрилин еще не раз за свою карьеру ткнет людей в их же двойные стандарты. ...1996 год. Антихрист суперзвезда. Первый альбом будущего триптиха. Говорю сразу, в рамках сегодняшнего видео разобрать всю трилогию, к сожалению, вряд ли удастся. Надеюсь, в будущем мы с вами посвятим ей отдельное видео. Сейчас объясню почему. Хронологический порядок таков. Антихрист суперзвезда, механические животные и священный лес. Напоминаю, все три работы связаны. Но, дабы получить версию, максимально приближенную к замыслу Мэнсона, альбомы необходимо слушать в обратном порядке. Но, вы можете прослушать альбомы в хронологическом порядке, но тогда история обретет немного иной окрас. Священный лес. Священный лес. Голливуд. Пламенный привет все той же религии, где царят мертвые знаменитости, поддавшись соблазну которой, ты раз и навсегда лишишься того, за что сражаешься. Механические животные. Моя музыка — это реакция на нирвану, на гранж-волну, которая высосала из настоящего рока все, что только возможно. Именно такие идиотские стили, как гранж, и загубили рок. И механические животные — мой ответ на все подобное безобразие. Удивительно, как гармонично он сочетает глобальное с личным. Обложка. Образ андрогина. Не то, не сё. Рок вроде есть, но уже не тот. Не то, не сё. Ветвь истории о людях, что утратили внутренний огонь. Вроде и люди, а вроде и механические животные. Не то, не сё. Антихрист. Люди хотят быть в рабстве, будь то божество или кумиры. По сути, Мэнсон пытался донести примерно следующее. Будь собой, не позволяй другим людям, что и себя-то понять не могут, лезть в твою жизнь. Отрицай силой навязанные тебе убеждения. Это то, что способно или разрушить наш мир, или помочь людям, потерявшим веру в Бога. Так они смогут обрести веру в самих себя. Вера – это ключ к реализации своих идей. Только вера диктует условия нашей реальности. Однако, если вы пойдете от Антихриста к лесу, вы окажетесь на той стороне, где царит фальшь. Трек не имеет названия, ведь каждому из нас предстоит сделать этот выбор. В итоге я стал как они, и я повел их за собой. Это моя Омега. Омега – последняя буква греческого алфавита, символизирующая конец. Если ты слушаешь так, они – это механические животные и обитатели Голливуда. Ты потерян. Все, это твоя Омега. Если ты слушаешь так, оптимистичный настрой музыканта. Значит, ему удалось донести свою мысль. Это уже не только твоя Омега, но и его. Мэрилин Мэнсон многократно заявлял, что ему не безразличны судьбы молодого поколения. Дело в том, что мне самому в детстве пришлось столкнуться со многими трудностями. Консерватизм, непонимание, жестокость. Нет ничего проще, чем задать ребенку неправильное направление. Но куда это его потом приведет? И это лишь вершина айсберга. 51 трек, сами понимаете. После Колумбина, кажется, все сфокусировалось на том, что убийцы слушали Мэрилина Мэнсона. Какими бы благими намерениями он ни руководствовался, родители, активисты и общественные деятели с нетерпением ждали, когда же им представится возможность сломать его карьеру. Возможность появилась. 20 апреля 1999 года, пока Мэрилин находился в процессе создания своего магнум опуса, случилось то самое происшествие. Двое учеников, Эрик Харрис и Дилан Клиболд, устроили вооруженное нападение на школу Колумбайн. Люди, недолго думая, обвинили во всем Мэнсона, сделав его козлом отпущения. Это самая больная группа, которую выпускали звукозаписывающие компании. Я понимаю, почему они выбрали меня. Потому что мое лицо легко увидеть по телеку, потому что я парень-постер для страха.
Потому что я представляю то, что все боятся. Потому что я делаю и говорю то, что хочу. Основание для обвинения – якобы найденная кассета с его песнями. А началось все со слов «подростки, разодетые, как Мэрилин Мэнсон». I watched it live on TV. And I was watching it live, and they said there were five boys dressed in Marilyn Manson costumes. And then it was three, and then it was two. But I was watching it live. I remember the day. It was in Chicago. Ему отменяли концерты, он лишался заработка, но в конечном счете его оставили в покое. Я, как мне кажется, занял правильную позицию. Отсутствие моих комментариев о случившемся. Мне не хотелось подливать масло в огонь. Во-первых, Мэнсон показал всей стране, насколько ему легко поставить себя на место подростка лишь одним предложением ответа на вопрос. Если бы вы сейчас могли поговорить с детьми из Колумбина, что бы вы им сказали? Я бы ничего им не сказал. Я бы послушал, что бы сказали они. Так бы никто не сделал. Во-вторых, неимоверное мужество. Он позволил высказаться всем. Хотя мог оправдываться то на одном телеканале, то на другом. Вот мы и подобрались к самому интересному. Личность. Мэрилин не уважает всех подряд, но его философия строится на том, что каждый вправе сделать свой выбор. Он выбрал путь смелого эпатажного острослова, заручившись верой в себя и в свое дело. Они выбрали переложить всю ответственность родителей на него. Каждый отвечает за свои поступки. Вместо того, чтобы начать плакаться, да это всего лишь образ, вы все неправильно поняли, Мэнсон остался верен своей философии. И он никогда не уходил от ответов. I think it's my job as an artist to be out there pushing people's buttons and making them question everything. And I respect you for challenging me, and that's why I came on the show. Во всех интервью, абсолютно во всех, что мне удалось найти, Мэрилин всегда вел себя уважительно по отношению к собеседникам, выслушивая нападки в свою сторону и предоставляя аргументированные доводы в ответ. Он своего рода стал наглядным примером, продемонстрировав все то, с чем ему приходилось сталкиваться. Как зло может казаться добром, так и наоборот. То, о чем я говорил в начале. В нем больше веры, чем во всех якобы верующих вместе взятых. Как минимум, существование христианства позволило ему стать собой, позволило раскрыться как артисту. Мэнсон призывает людей не отвернуться от религии, он призывает их в ней разобраться. 7 июля 2017 года скончался его отец. Подпись. Сегодня я потерял своего отца, Хью Уорнера. Он научил меня быть мужчиной, бороться и выживать. Он научил меня стрелять из ружья, водить машину. Он всегда будет лучшим отцом в мире. Так или иначе, я знаю, что сейчас он с моей мамой. Я буду держать свое слово и никогда тебя не подведу. Я скучаю и люблю тебя, папа. Надеюсь, он сейчас с мамой. Да, Мэнсон Бога так и не обрел. Но согласитесь, человек, что обрел дьявола, тоже так не скажет. Кто-то дерзко спросит, верим ли мы, что все, кто услышит сегодня Мэнсона, пойдет и совершит преступление? Ответ нет. Но разве все, кто смотрит рекламу Лексуса, идут и покупают Лексус? Нет, но некоторые идут. Такие, как он, разлагают общество. Такие, как он, развивают общество. Свобода слова, черный юмор, смелые перформансы, ценой угроз, арестов и непонимания. Концерты. Мэнсон выходил показывать ту сторону человеческой сущности, что присуща каждому, подставляясь под удары, вроде «хорошо, вы оскорбляете меня», но тем самым и себя тоже, осуждайте, игра все равно идет по моим правилам. С годами музыкант все сильнее и сильнее стал налегать на абсент и кокаин. Ему так и не удалось понять этот мир, хоть он и узнал, как он устроен. Отсюда же и доля неприкрытого пофигизма. Знаете, Мэнсона многие не понимают, многие ненавидят, но он личность, сильная личность. Мне бы не хватило смелости обратить против себя весь мир, дабы донести свои идеи подобным образом. Да и мало бы кому хватило. Sweet.
dreams are made of these. Who am I to disagree? Travel the world and the seven seas. Everybody's looking for something. Some of them want to use you. Some of them want to get used by you. Ну а на сегодня все. Всем большое спасибо за просмотр. Слушайте хорошую музыку. И пока-пока.